будут применены и в Казахстане в рамках международной выставки «Экспо-2017», которая будет проходить в следующем году. Пользуясь случаем, хотел всех пригласить на встречу, на одну из встреч, и провести ее во время проведения «Экспо-2017». И также в Казахстане будет проходить в следующем году Всемирная зимняя универсиада. Тоже мы постараемся опыт Сочи наработать. Также хотел отметить, что недавно Казахстан был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017-2018 год. 138 стран мира отдали свой голос за кандидатуру Казахстана. Пользуясь случаем, хотел все правительства стран, которые сегодня присутствуют, поблагодарить за поддержку нашей страны. Уважаемые коллеги, в рамках объявленного Республикой Казахстан года углубления экономических отношений Союза с третьими странами и ключевыми интеграционными объединениями всеми нашими сторонами проводится работа по заключению соглашений о создании зон свободной торговли с целым рядом стран, таких как Израиль, Индия, Иран. Прорабатываются вопросы развития сотрудничества в экономической сфере с Республикой Корея, Сингапуром, Монголией, Индонезией. Начата работа над соглашением о торгово-экономическом сотрудничестве между странами ЕАЭС и Китайской Народной Республикой. По нашему твердому убеждению, соглашение позволит усилить стратегический и экономический диалог с одним из крупнейших государств мира, в связи с чем необходимо подготовить взвешенный документ. Сегодня мы рассмотрим вопрос о таможенном кодексе ЕАЭС. Казахстан всецело поддерживает скорейшее принятие документа, впитавшего в себя лучшие мировые практики в области таможенных правоотношений. Новый таможенный кодекс должен стать гарантией для уверенной работы предпринимателей и наших торговых партнеров. Выражаю уверенность, что сегодняшнее заседание с учетом взаимоприемлемых условий и интересов сторон принесет выгоды всем участникам евразийской экономической интеграции. Уважаемые коллеги, сейчас я хотел бы предоставить слово для выступления премьер-министру Республики Армения Абрамяну Овику Аргамовичу. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемый главе правительств, уважаемый Дмитрий Анатольевич, примите слова благодарности за гостеприимство и за высокую организацию заседания. Также хочу отметить позитивную динамику наших периодических встреч. По повестке. Мы придаем большое значение принятию таможенного кодекса и всегда проявляли большую гибкость для скорейшего согласования проекта. Это серьезный шаг в направлении укрепления договорно-правовой базы всего Союза. Кодекс должен одинаково применяться и восприниматься в наших странах. По части мероприятий, направленных на формирование в государственных членах Евразес прослеживаемости товаров, отмечу, что мы поддерживаем предложенный подход, который учитывает особенности Армении посредством внесения в транзитную декларацию сведений, которые необходимы другим государствам для продолжения прослеживаемости товаров на своей территории. Данный механизм должен быть внедрен таким образом, чтобы его задействование никоим образом не привело бы к противопоставлению с одним из столпов нашего Союза свободы передвижения товаров. Мы готовы к активному взаимодействию со странами для проработки имеющихся в этой связи вопросов. Говоря о документах, регламентирующих сферу обращения лекарственных средств, хочу отметить важность скорейшего утверждения Евразес единых принципов и правил обращения лекарственных средств, что выведет нас на общий рынок данной области и предоставит новые возможности нашим фармпроизводителям, в том числе и по части выхода на рынки третьих стран. Армянская сторона выступает за принятие согласованных к заседанию проектов документов. Спасибо. Спасибо большое. Следующее слово предоставляется премьер-министру Республики Беларусь Кобякову Андрею Владимировичу. Спасибо, Карим Кожиканович. Уважаемые члены Евразийского межправительственного совета, как и другие участники сегодняшней встречи, мы с большим удовлетворением приняли приглашение Дмитрия Анатольевича провести заседание Межправсовета в этом прекрасном городе Сочи. Убежден, что оно станет важным этапом на пути подготовки стратегических решений по дальнейшему становлению Союза. Сейчас в узком формате мы обстоятельно обсудили ряд вопросов развития нашего Союза. По итогам хотелось бы отметить следующее. Во-первых,
И прежде всего, это выход на финишную прямую в вопросе о принятии нового таможенного кодекса Союза. По результатам всего комплекса переговоров на уровне руководства таможенных служб остаются нерегулированы лишь считанные положения этого объемного документа. Так что прогресс очевиден, и сомнений в том, что работа по кодексу завершится этой осенью, практически нет. Далее, мы приветствуем столь же активный переговорный процесс по формированию в Союзе механизма прослеживаемости товаров. Хотелось бы только заметить, что введение такой новой для нас практики потребует изменений в условиях осуществления предпринимательской деятельности. Например, в части доработки используемых субъектами хозяйствования учетных систем, дополнительного введения учета прослеживаемых товаров. Так что правительства должны подумать о том, как сократить до минимума возможные негативные последствия и безболезненно подготовить бизнес к внедрению нововведения. Третье. Что касается еще одного концептуального вопроса повестки о едином внутреннем рынке лекарственных средств. Не скрою, у Республики Беларусь он вызывает серьезную озабоченность. Выполнение положений договора о Евразийском экономическом союзе о едином рынке лекарственных средств и медицинских изделий отстает от первоначальных планов. В то же время в узком формате мы договорились принять пакет документов, который позволит ускорить работу по гармонизации законодательства в области разработки и производства лекарственных средств. Далее отмечаем вынесенное на сегодняшнее обсуждение решение о ввозе и обращении товаров на таможенной территории Союза в связи с присоединением Республики Казахстан к ВТО. Да, оно носит технический характер, но тем не менее этот документ важен, ведь он обеспечивает прозрачность в условиях применения Казахстаном пониженных ставок ввозных таможенных пошлин. Если хотите, своевременно и цивилизованно урегулирует наши внутренние отношения. И еще один момент. Уважаемые коллеги, как вы помните, наша крайняя встреча в текущем году предполагается 28 октября в Минске. Затем месяца на 3-4 возможен перерыв, поэтому призываю комиссию и лично вас, Тигран Сурянович, внимательно подойти к наполняемости повестки дня Минского заседания Межправсовета. Возможно, было бы уместно и оправдано посмотреть еще раз предложения и приоритеты белорусского председательства в органах Союза в 2015 году и казахстанского председательства в 2016 году и вынести на рассмотрение те вопросы, где мы пробуксовываем и где необходимо обсудить и снять имеющиеся проблемные моменты. Это сделало бы Минскую встречу более результативной и полезной. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Слово предоставляется премьер-министру Кыргызской Республики Жээнбекову Сооронбаю Шариповичу. Уважаемый председатель Межправительственного совета, уважаемый глава правительства, дамы и господа, позвольте выразить признательность Российской Федерации и лично председателя правительства Дмитрию Анатольевичу Медведеву за приглашение и организацию очередного заседания Евразийского межправительственного совета на Черноморском побережье России. Наша встреча важна для сферки часов и развития евразийской экономической интеграции и поиска путей достижения общих целей. Ровно год назад, 19 августа 2015 года, Кыргызская Республика получила статус официального члена Евразийского экономического союза. Для нас присоединение к Евразийскому экономическому союзу – стратегически известное решение. Кыргызстан в процессе присоединения к Евразес исходил из национальных интересов и создания условий по адаптации нашей экономики к новым условиям. Развитие и углубление интеграционных процессов – единственно правильный путь, который позволит не только сохранить имеющийся потенциал экономического развития, но и усилить. Практическая работа в новых условиях выявила некоторые барьеры и ограничения во взаимной торговле между нашими странами. Не решается вопрос отмены ветеринарно-санитарного контроля на кыргызско-казахстанском участке государственной границы. Есть проблемы, мешающие развитию единого транспортного пространства и обеспечения свободы транзита грузов, которые являются условием для процветания региона и наших государств. Такие проблемы и барьеры нужно оперативно устранять, не допуская ограничений между партнерами. Необходимо вместе защищать наши рынки от недобросовестной конкуренции из третьих стран, а не создавать при этом барьеров между собой. Уважаемые коллеги, на Совете выработан согласованный механизм решения по вопросу применения унифицированного железнодорожного тарифа.
и в кратчайшие сроки будет разработано соглашение между правительствами Кыргызской Республики и Республики Казахстан о применении унифицированного железнодорожного тарифа в отношении кыргызстанских грузов. Надеюсь, что соглашение будет подписано в рамках юбилейного саммита СНГ в сентябре текущего года в Кыргызстане. Такие решения показывают, что при обоюдном желании можно решить любые проблемы. Важно использовать более действенные и долгосрочные факторы для роста и развития экономик стран. В первую очередь, это промышленное сотрудничество, усиление кооперации во всех промышленных секторах с созданием совместных предприятий. Поэтому углубление промышленной кооперации должно стать одним из ключевых направлений нашего сотрудничества. Об этом мы говорили неоднократно, но нужно ускорить работу в рамках Союза для усиления производственного потенциала. Кыргызская Республика активно участвует в разработке и имплементации основополагающих документов Союза, которые в ближайшее время станут фундаментом для построения будущей архитектуры ЕС. В высокой степени готовность находится таможенный кодекс ЕС, проработанные материалы по прослеживаемости товаров и другие документы. Мы со своей стороны готовы прикладывать максимум усилий, чтобы указанные документы реально заработали и дали толчок развитию экономики. Отмечу, что текущая ситуация требует от нас более решительных и оперативных действий при разработке соответствующих решений ЕС. Нужно в самое ближайшее время максимально упростить процедуры инициирования и сроки принятия решений органами ЕС. В среднем для рассмотрения инициативного предложения в органах Союза даже при согласии партнеров до принятия решений нужно от 3 до 5 месяцев. Такое положение недопустимо, это тормозит процесс углубления интеграции. Мы выступаем с инициативой по пересмотру и упрощению процедур подготовки и принятия решений органами ЕАЭС. Предлагаю дать соответствующее поручение Евразийской экономической комиссии проработать данный вопрос и внести соответствующие предложения, чтобы мы могли их одобрить на следующей встрече. В завершении выступления хотел бы отметить, что каждая страна имеет и защищает свои национальные интересы. Поэтому реализация договоренностей и различных экономических инициатив наших стран – это всегда поиск компромисса в вопросах сотрудничества. Страны ЕС не просто наши экономические партнеры, это прежде всего близкие нам по духу соседи. У нас общая история и, я уверен, неразделимое будущее. Экономический союз должен стать общим достоянием для наших народов, придав фактор стабильности и благополучия на евразийском пространстве. Спасибо. Спасибо большое, Сооронбай Шарипович. Уважаемые коллеги, я признателен всем вам за ваше выступление и хотел бы поблагодарить представителей средств массовой информации и продолжить наше заседание. Спасибо.